Разве такое возможно? Это здесь, на загнивающем Западе, еще такое можно себе представить, но в России, чтобы они подбрасывали наркотики, фабриковали дела. Да нет, я думаю, они все, ну, наверное, такая черта это наша, что мы все наркоманы. Не можем мы, наверное. Вот я, например, не могу эфир сделать предварительно чем-нибудь не обдолбавшись, наверное, вот так. Так, и начнем мы, наверное, как раз вот с темы задержания в Астрахани террористической ячейки. Операция, проведенная ФСБшниками. Я опубликовал само видео, опубликовано у меня в телеграм-канале. Здесь я вам его показывать не буду. Можете посмотреть, перейдя по ссылке. Значит, в Астраханской области пресечена преступная деятельность участников террористической ячейки, сообщают нам на новостном канале, телеграм-канале. Злоумышленники поддерживали деятельность международных террористических групп и участвовали в сборе средств для таджикского блогера Фаруха Шами и радикального религиозного проповедника Абу Умара Сосетринского, находящихся в розыске по уголовным делам экстремистского и террористического характера. В результате проведенных обысков мероприятий у участников ячейки обнаружены, и вот тут внимание, обнаружены и изъяты, ручная осколочная граната РГД-5 и Ф-1. Ну куда без нее, понятно. Газовый пистолет, переделанный под боевой с патронами к нему. Разумеется, как они могли быть без пистолета и без гранаты. И самое важное, сверток с наркотическим веществом. В этом видео, если вы перейдете по ссылке, то в самом видео там они показывают все, что у них взято, и эту гранату показывают, и этот пистолет, и этот сверток злополучный тоже показывают. Значит, там, по-моему, двое казахов, один русский парень, принявший ислам, и, по-моему, один азербайджанец, если я не ошибаюсь. Я понятия не имею, кто эти люди. Внешне они, ну, выглядят как среднестатистические, такие типичные мусульмане. Бороды, длинные бороды, подстриженные усы. Реально, собирали ли они какие-то средства, переводили ли они их там кому-то, я не знаю. Я не буду сейчас делать какие-то заявления, нет, это все неправда и так далее. Но я обратил внимание на одну характерную закономерность, которая встречается во всех историях с задержанием мусульман. Причем, неважно, это могут быть террористы, вот как, например, вот эти ребята, или могут быть реальные, знаете, террористы с оружием в руках, которые там что-то, значит, делали, или могут быть вот такие вот, ну, такие квазитеррористы, да, которые, весь их терроризм, это куда-то они что-то там, значит, переводили деньги, причем они, может быть, на самом деле их даже не переводили. Либо это могут быть какие-нибудь там экстремистам, то есть люди, которых обвиняют в экстремизме исламского характера, то есть у них какие-то там, допустим, какая-то литература типа запрещенная, либо это могут быть просто неугодные строители неугодных мечетей, как, например, Артур Русяев из Калининградской области, который дважды там построил неугодную для властей мечеть, ее там дважды сносили, потом его, значит, посадят тоже в тюрьму. И вот закономерность одна. Вот что не мусульманин, обязательно наркоман. Неважно, он может быть террористом, финансистом, кем угодно, но наркоманом он будет по-любому. Не бывает такого, чтобы задерживали мусульманина за какой-нибудь там, ну, по обвинению какому-то очень серьезному, и чтобы при этом у него при себе не оказался сверток с наркотическим средством. Это может быть марихуана, может быть что-то посерьезнее. Да что там террористы и экстремисты? Даже авторитетный, уважаемый у нас и известный правозащитник, активист Руслан Кутаев, даже он, представляете, при задержании у него тоже была изъята марихуана, и он на 4 года сел в тюрьму, а сидел 4 года за то, что при себе имел наркотики. Правда, до этого он собрал неугодное для власти
ну, такую конференцию неугодную для власти, где он обсуждал высылку чеченцев и ингушей в 44 году. И сказал он тогда, ну, ничего особенного, в общем-то, и не сказал. Для нас это было вполне привычно, но это для власти это было... Власть это запрещала, то есть власть не давала. Власть говорила, что нас выслали по нашей же вине. А Руслан Кутаев сказал правду. Он сказал, что наша единственная наша вина, он сказал, это то, что мы мусульмане, то, что мы хотели жить по своим правилам, исповедовать свою религию, только лишь из-за этого нас выслали. Он сказал, и это шло в противоречие тому, что говорит официальная российская власть у нас в Чечне. И вот после этого он был сначала похищен, сначала он просто пропал. Была информация о том, что его пытают, причем пытают в администрации главы и правительства Чеченской Республики, пытают током, избивают. А потом оказалось, что все это неправда, и разумеется, все то, что он там до этого устроил, эту конференцию, это все абсолютно не имело никакого отношения к делу. Оказывается, он просто наркоман. Его задержали, и при нем была марихуана. Другой, также известный правозащитник у нас, тоже уважаемый человек, Аюб Титиев, тоже наркоман, вы не поверите, он тоже был арестован. Это было громкое дело, потому что все были удивлены, мы все его уважали, любили как правозащитника. Он, оказывается, тоже любил курить марихуану. В общем, такая вот закономерность. Не можем, мы мусульмане, ничего не можем делать, предварительно не обдолбившись чем-нибудь наркотическим. Ну, так, такой вот народ, что поделаешь. Поэтому я лично сам взял все наркотические средства, убрал подальше, чтобы, когда меня будут задерживать, чтобы их не обнаружили. Я хотя бы, хотя хочется быть исключением из этих правил, из дома своего все это убрал, буду теперь к друзьям ходить в гости, и там буду, значит, обдалбливаться. Руслан Кутаев, судя по фото, никогда ничего не употреблял и вел здоровый образ жизни. А вот астраханские задержанные выглядели на фото откровенно паршиво лица. Так что там ничего не исключаю. Но я тебе скажу, при задержании, когда российская полиция задерживает, там выглядеть как-то презентабельно, ну, не получается. Ну, характер задержания в этой стране, он такой очень жесткий. Знаете, вообще есть такая моя чистая гипотеза. Мне кажется, вот эти спецподразделения, типа СОБРа, там, ОМОНа и так далее, они, вот чтобы вы понимали, как работает вообще вся вот эта система, после того, как тебя задержали, эти люди тебя отдают в руки полиции, ментов обычно, да, РОВД, и там дальше с тобой они уже не работают. Вот это спецподразделение, их роль в этом закончилась. То есть они для этого и спецы, они должны просто тебя задержать. А дальше тебя отдали, и вот далее все вот эти пытки, издевательства над тобой, этим уже занимаются там, ну, совершенно другие, специально обученные для этого люди. И вот мое предположение, моя гипотеза, почему в России такие жесткие бывают задержания, мордой в асфальт, там, кровище, почему это происходит? Мне кажется, они... Так как они потом не имеют доступа к этому задержанному, чтобы хорошенько на нем оторваться, они сидят, значит, по этой груше лупят, и вот этот вот момент, когда им наконец-таки получилось, у них вот эта вот возможность появилась на ком-то применить все то, что они там в спортзалах у себя на этих грушах тренируют, они здесь по полной программе выкладываются и этих людей, в общем, по максимуму их избивают. Поэтому в России, как правило, очень-очень жесткие задержания. Это, ну, если кого-то задерживали, там вы не дадите мне соврать. Да? Мы можем это просто по хронике даже отслеживать на этих каналах. Они очень жестко задерживают. Поэтому говорить, почему эти ребята не выглядели как-то презентабельно, ну, не приходится. Для меня, кстати, я наоборот был как-то... Их, по крайней мере, их внешним видом я был доволен. Они такие примерный мусульманский внешний вид у них. Не придрешься. Ну да, конечно, немножко потрепанные. Так, понятно, всех положили мордой в пол. Да и плюс к тому, когда к вам нежданно приходят сотрудники спецподразделений, сотрудники полиции на задержание, а вы при этом ничего плохого не делали, то если вы не преступник, не злоумышленник, то, как правило, вы не ждете
того, что к вам залетят сотрудники полиции. Ну, так устроена как бы человеческая психология. Мы считаем, что если мы ничего плохого не сделали, то к нам претензий никаких быть не должно. И поэтому люди всегда бывают застаны врасплох. Те люди, которые ни в чем не повинны. А эти люди, я, скорее всего, думаю, что они ни в чем не повинны. То есть они этих людей не ждали. Поэтому, а когда тебя застают врасплох, а это бывает обычно, знаете, не так, что ты проснулся, выпил кофе, позавтракал, там, почистил зубы, умылся, причесался, принял душ, и такой сидишь, оделся, значит, надушился и ждешь, что к тебе залетит полиция. Так не бывает. Обычно ты спишь, это раннее утро, 6-7 утра, и к тебе залетают, вышибают дверь, в России обычно так, здесь в европейских странах, ну, смотря каких, конечно, странах, здесь в Швеции просто обычно открывают, и уже над тобой, прям в твоей спальне, над тобой прям стоят сотрудники полиции, что-то тебе говорят на шведском, здесь обычно так это бывает. И вот ты как бы, ну ты не готовился вообще к этой встрече, понимаете? Ты такой встаешь, весь такой с просонью, у тебя волосы куда-то там, борода куда-то, ты где-то закиши какие-то глаза, и ты стоишь, пытаешься что-то там с просонью, тебя спрашивают, и ты там что-то им отвечаешь. Вот так это выглядит. И я думаю, если бы у меня были такие моменты, мне кажется, если бы, допустим, меня в этот момент снимали, то я тоже выглядел бы совсем не презентабельно в этот момент. Зато ты там с просоньем без разминки можешь человека молотком забить. Кстати говоря, вот это тоже пример того, как ты выглядишь с просоньем. Я там тоже выглядел далеко не презентабельно. Ну не можешь ты выглядеть презентабельно с просоньем, это не бывает так. Презентабельно во время задержания может выглядеть только злоумышленник, который постоянно ждет этого задержания. Он знает, что к нему могут залететь, и он такой всегда готовый сидит, у него уже подготовленная сумка со всем необходимым. Вот он будет выглядеть. А человек, ну, который ничем плохим не промышляет, а бывает так, что ты ничего плохого не промышляешь, и к тебе залетают. В России, конечно, такого не бывает. В России там все чисто по делу происходит. Но здесь, в Европе, такое бывает. Могут просто ошибиться. Там, дверью, например, ошиблись. Или ну, разные, короче, бывают причины. Или ты, например, снимаешь там жилье, и к арендодателю какие-то вопросы, и они не знают, что у него там живет другое, они могут залететь. Такие моменты как бы бывают. В России такого никогда не бывает, потому что там всегда, там все четко работает, там дела не фабрикуются. Знаете, почему в России нет, практически нет оправдательных приговоров? Вот все критикуют, на Западе сидят и критикуют, что вот, мол, у вас там, значит, 0,0 сколько-то процентов только оправдательных приговоров. А это потому, что там работают хорошо следственные органы, прокуратура. Они невинных людей значит, не привлекают. То есть до скамьи подсудимых доходят только действительно виновные. А действительно виновных людей не могут ведь российские суды оправдать. Поэтому у них практически 100% обвинительные приговоры. На Западе просто не понимают этого. Еще не дошли они до этого уровня. Согласитесь, неплохо бы я пропагандировал бы, да? Неплохим таким пропагандистом я мог бы стать на каком-нибудь российском канале или на, скажем, на ЧГТРК «Грязный». Обычная схема с наркотой, чтобы срок добавить побольше. Печально это все говорит Светлана Багирова. Я не совсем понял, Светлана, неужели вы намекаете на то, что им подбросили, что ли, эти пакеты? Вы что хотите сказать, что российская правоохранительная система, она фабрикует дела, что ли? Разве такое возможно? Это здесь, на загнивающем Западе, еще такое можно себе представить, но в России, чтобы они подбрасывали наркотики, фабриковали дела. Да нет, я думаю, они все, ну, наверное, такая черта это наша, что мы все наркоманы. Не можем мы, наверное. Вот я, например, не могу эфир сделать предварительно чем-нибудь не обдолбавшись, наверное, вот так. Эту вырезку, я уверен, будут использовать многие. Томсо, видел новость, то, что кавказцам предлагают 100 тысяч рублей, чтобы ты уехал из своей родины и начать жизнь где-то вдали. Они, видимо, хотят оставить Кавказ без кавказцев. Я видел эту новость. Это в России они начали такую программу. Значит, на Кавказе наибольший процент безработицы по всей России.
по-моему, Сибири, Уральский, кажется, на Урале, в Сибири, где-то у них наоборот, там предложение превышает спрос. То есть там не то, что нет безработицы, там не хватает кадров наоборот. То есть предложений больше, а людей нет. И вот они типа такую, значит, схему делают, предлагают кавказцам деньги, типа подъемные деньги на то, чтобы они переехали туда и там себе нашли работу. Неплохой такой, да, сценарий для того, чтобы из Кавказа людей выдергивать. А на Кавказ тем временем, наверное, будут заселять. Кого же туда будут заселять?